Пожалуйста, сэр, пощадите меня. Гроб никого не щадит. Кроме его создателя, да? Кто же это звонит? О, гроб, ни хрена себе. Кто такой? А, вот Черногория. Ну, это наш слон, ребят. Приветствуем. Приветствуем, Андрей. Наш слон чисто. А почему слон, говорят, наш слон? Почему не наш бобер там или что-то еще, еще какое-то животное? Почему все слона? Нашими только слоны стали, я не могу понять. Сюда. А, сидим здесь. О, как, на базу вернулся. Аккуратненько играет. D4 имеет смысл где-то коня потревожить. Там конь E4, да, просто сыграет и все. Ферзь C7 с идеей на C3 шлепнуть качество. Ну, где-то имеет смысл, да, вроде как, при случае. Пока, правда, не вижу, какой именно смысл в этом есть. Ладно, пока так, разовьемся. Не знаю, я особо резона не нашел. Можно было, кстати, знаете, как сыграть? Слон F5, ладью на G4 перевести. Может быть, это было интересно по-своему. Да, наверное, вот это было надо сделать. Ладью на G6 перевести было бы творчески, кстати. Было бы творчески. А я сыграл не творчески, я сыграл без кайфа. Ладно, вернемся на базу пока. Да, что же я так не сыграл? Слон F5 или слон H5 и ладья G4. Вот это интересно было. Хотя, может быть, ерунда. Время не тратит, хороший совет. Давайте ускоримся чуть-чуть. Ферзь C7 хочу сыграть. Ну, ладно, сыграю ферзь B6 пока, может быть, ферзь B8. Напал сюда. Давайте ферзь B8 или слон B8, ферзь D6 можно сыграть, попробовать. Давайте так попробуем. Где-то ферзь d6 и на мат напасть, если он рокировку сделает. Но рокировку ему делать нельзя, очевидно, мне кажется. Там просто под мат попадет. Ну ладно, так сыграем сразу. Не дадим рокировку сделать. Там наш 2 мат будет висеть. Где-то, кстати, сейчас хочу слон бьет f3 и d4 шлепнуть просто. И вилка будет. Это выигрыш. Слон f3, d4 грозит. Поэтому он так играет сам. Окей, сюда коня поведем. Тут будет стоять неплохо он вроде. У него конь e5, правда, есть ход, да, какой-то? Ладно, сюда запрыгнем, если что, съем. Сюда вот он играет. Ну, я так защитил, f6 грозит. f6 вилка будет, ребят. Плюс e3 где-то есть идея. Рвануть здесь немножко короля, ослабить его. Рокировку он все так и не сделал. Рокировочку он все никак не сделает. Тут съел, висит ладья. Сели на b1. Так, теперь надо как-то поднапрячь его. Вопрос, как это сделать. Давайте h6 пока сыграем, посмотрим, куда слона уберет. Качество лишнее. Сюда убирает. Он тоже в какой-то степени более пассивную стойку занимает. Шаг дадим, попробуем поднапрячь. e5 имеет смысл? Мне кажется, имеет. Как-то немножко подскрыть центр. На b3 я могу даже съесть тут, там ферзь-то висит. Хочу скрыть вертикали, хочу скрыть короля. Ладьям нужны открытые линии. Будем пытаться пробиться по ним. Конечно, надо по времени чуть-чуть запасик оставлять, потому что соперник, видно, хорошо ориентируется в тактике. Здесь съел. Ферзь там висит, поэтому коня брать нельзя, я как бы на это рассчитывал. Окей, здесь сыграем так, нападем на этого ферзя. Или конь e3 можно даже сыграть. Ладно, так, сыграем, нападем на ферзя попроще. Окей, сюда и конь e4 шах я хочу дать. Идем в лютую атаку, в лютый замес. Там проблемки. Слон провисает еще здесь, вот в чем проблема. В кайф! Если короля на первую убирать, то я съедаю слона и победа. Виктори, ребят, виктори! Если вы хотите лучше научиться играть в шахматы, то приглашаю вас на обучающую программу «Школа победителей», где за один год вы сможете добиться первого разряда. Посмотрите подробности о курсе. Реально лучшая программа на текущий момент. Структурно подается информация от начинающего до уровня первого разряда. Кроме этого, вы получаете доступ к закрытому клубу и много других привилегий. Переходите по ссылке в описании и залетайте в лучшую обучающую программу. Гробика давайте, ребят. Сюда она просто развились. H3. D4 сыграем. Давайте по времени его отдоминируем, отдоминируем, отжарим. Бразильца. Надо рейтинг набирать. Как иначе?
Ферзь b6, кстати, ферзь c2 могу сыграть даже, с идеей c5 вилки. Любопытная такая заманушка получится. Окей, слон d2 пока. Там идея в том, что на d5 нельзя брать из-за слон b4 шаха. Пока так, сыграем. Вон сюда. 3-0 играть опять же рискованно, конечно. Рискованный путь. Но я рискну. Я выбираю этот путь. Путь дерзости. Сейчас будем наступать здесь, как-то пытаться f3 проводить. f3 проводить. c5 играть или нет? Закрывать позицию или cd просто съесть? cd, потом f3. У меня конь через c6 выходит, это не нравится. Линия c вскрывается, это тоже не очень нравится. Или сразу f3 сыграть просто. Я хочу коня развить, как бы основная идея. Закончить развитие. Окей, здесь съели. Понимаю. Ферзь на c2 сейчас переведем. Окей, ферзь на c2 встал. На b4, конь e4, на слон 2, b3. Там все-таки слон потеряется. Наверное, он здесь на f3 возьмет. Я возьму конь f3, конечно, разовью коня. Может, ферзь d4 даже съесть. Там надо считать слон g5 всякие. Где-то коня может потерять. А может, и не потеряет. Кто знает, повезет ему или нет. Пускай думает, родной. Да, все-таки он решился на этот вариант. Ну что, молодец. Дерзкий парнишка оказался. Дерзкий паренек, однако. Может быть, как-то так сыграть нагло вообще, король b1. Там e3 есть ход какой-то, да? Это я, может быть, переборщу. Переборщу немножко. Если так сыграть конь e4, что он будет делать? Слон бета2, там уже слон g5, наверное, с большим энтузиазмом я смогу сделать ход. Ладно, съем так. Не верю, что на 2 можно здесь бить. Абсолютно не верю. Можно было Fe, конь f3. В целом тоже неплохо, наверное. Сюда играет он. Чего же смелый парень? Чего же смельчак он? Конь g5, если сыграю, нападу на мат. Хочу на e6 сесть. Выглядит довольно-таки логично. На g6. Черный байк ревет, как зверь. Ну что, раз уж про коготь заговорили, давайте сам коготь сыграю тогда. Вау, h6 играет. g6 это слабый ход он сделал, конечно. Такую занозу оставил себе. c4 подрываем. Заноза с кайфом на h6 будет. Здесь сюда ферзь b3 в духе гроба. Все то же самое. Я как будто французскую все время играю. Или каракан какой-то. Все время одни и те же мотивы. Чернопольного слона разменять, конечно, мне выгодно. Кстати, может быть bc даже здесь, чтобы слона на a3 вывести. Не знаю. А своим ферзем, чтобы просто сохранить опцию длины. Хотя, блин, bc. Может и bc тут. 2-0 тоже неплохо сыграть будет. Сюда. Ну, я понимаю, что он хочет. dc съесть и слон e6, типа, меня напрячь так. Но это не страшно, там ферзь c2 есть ход, как минимум. А3, dc, ферзь c2, слон c3, bc, можно так сыграть. Или ферзь c3. Можно и так съесть в целом, почему бы и нет. Теперь а3 сыграем. Ну, тут, конечно, у меня слон хороший. Слон f4, e3 сыграем, французская такая будет мощная. Отличная вариация. Слон на b5 поставить или куда? А, вопрос сначала, куда коня деть. Более актуальный. Куда же деть коня? Конь h3, по идее, неплохо смотрится. Ладно, слон e2 сыграем пока, потом конь h3. Чтобы слон g4 хода не было у него. Конь h3, будем куда-то на f4 выводить пытаться. Тут конь h3, конь g5, запрыгнем. Ну, эта идея понятна. Наверное, отступим, да, на всякий случай. Хотя, вроде, отскоков нету смертельных каких-то. Конем у него. Можно так пока потревожить, попробовать немножко. Правда, не совсем понятно, что это дает. Может быть, слон g5 сыграть? Ладно, отступлю.
Надо по времени давить, видно, что его можно по времени жестко прижать. Соперник задумывается. Ладья c1 сыграем, чтобы здесь пробить, а конь a5. Так, ну здесь слон d6, наверное, можно сыграть. Слон d6, конь d4, допустим. Слон бьет e7. Ладно, я не поверю, что он здесь все будет считать. Так, сыграем и все. Хочу коня на f4 перевести, банально. Не думаю, что он будет считать эти варианты. Ну там слон бьет e7. А пока сюда нападем. d7 и конь f4. Со слоном были проблемы. Со слоном начались проблемы с полями для него. Тут поле опять у коня отнимаю, хотя бы есть плюс. Сейчас ему конь опять не сыграть. Пойдем за пешкой. Попробуем так сыграем. Ну, а блин, конь d5 мог сыграть. Что я делаю? Конь d5 мог сыграть сразу. Пробить и выиграть партию. Заторопился. Киди сели. Сюда. Киди b4 погнали. b5 погнали. Киди a4 погнали. Опять погнали. Ладьей на c7 заедем одной. Тут вернем 7 на b7, ладно. Сюда. Сюда. Окей. Сюда. Хорошо, так. Хорошо, так. Ладно, сюда. Нет, не сюда, сюда. Ой, что я делаю? Так. Блин, жесткая партия, что-то жесткая, да. В одном шаге от поражения был уже я, ну... Доиграл, наиграл, конечно, надо чуть побольше времени оставлять. Да, вроде вот, я здесь хотел ферзь c3 сыграть, и комбит a7 потом увидел последний момент, и что-то и расхотелось. Поэтому ферзь b2 просто ход сделал первый попавшийся, но тут f3 грубая ошибка, ферзь g3 шах, f4 надо было играть. f4, ну я так и хотел, e3, e f.